тут идиоты какие-то. В Железногорске неизвестные вандалы сегодня ночью похитили мамонта прямо с места раскопок. Исчез бивень и часть нижней челюсти до истерического животного. Кости пролежали в земле 20 тысяч лет, но хорошо сохранились и должны были стать важной палеонтологической находкой в масштабах Красноярского края. Был, в общем-то, череп-то целый вообще. Когда начали его вынимать оттуда, он начал сыпаться. Мы верхний слой, ну, который все, что упало, мы сложили, и хорошо, что вывезли вчера. А остался вот, оставался бивень здесь. Вот, и ну, то, что там осталось в земле, я вчера прикрыл все это полиэтиленом, но вот сегодня пришли. На месте преступления уже побывала полиция, а черный копатель оставил следы строительного шпателя и сланцев 42-го размера. Я не знаю, какую цель люди преследовали. Для доме положить и любоваться вот на этот предмет, что он экзотический. Тем более он сыпется сейчас. Весь бивень сыпется. Зубы мамонта и его череп работники музея успели доставить вчера вечером в хранилище. Но ценного бивня уже не вернешь.